31 марта 43 года в Туле состоялось совещание передовиков сельского хозяйства Тульской области. В своем докладе секретарь Тульского обкома партии отметил: «Женщины – подлинные героини труда. Они заменили ушедших на фронт мужей, пахали, сеяли, косили крюками, жали серпами, работали на тракторах и жатках. На своих плечах они переносили за 20 километров семена со складов. Белевские колхозницы к весеннему севу перенесли 24 тысячи пудов семян. Колхозницы Дубинской машино-тракторной станции на 230% перевыполняют дневную норму. Участники совещания призвали колхозников в короткие сроки полностью восстановить разрушенные немецкими захватчиками все отрасли сельского хозяйства. До победы оставалось 770 дней».